$50, а это за $30. Они немножко не подходят нам игры. Пару комплектов. По крайней мере, мои алайновские сапы, они болтаются. А это шайбочку проложить. Ну, шайбочки. А, либо наоборот, придавить болтом посильнее. Ну, не приветствуется это. Тогда буду жайчную шайбочку проложить. Кто бы сделал шайбочку? У меня на тенге, когда эти карбоновые лопасти мне тоже пришли, там шайбы были где-то по полмиллиметра. Иногда наблюдается дрожание хвоста тоже, там что здесь мог бы вынуть. Выяснилось, отключил гувернёк. Я тоже про это читал, кстати. Ну, ясно, гувер летал, хорошо. Ну, летал, вот. Ясно, на нем летал тоже. Все прекрасно было. До момента, пока у тебя при посадке уже... Стоит, не уронил его. Он уже на взгляд, уже все такое. Он уже на взгляд. Я может быть. Хотя валы все целые, все целые. А может где-то там внутри, но что-то как это раньше. Это только ну да, тебе просто страшно, Игорь. Да, не дай бог, что отвалится, блин. Отпустит, да, он просто, ну, я его пока вертолет целый, лучше это. Да, лучше разбираться. У меня, видишь, что? Ну, да, ну, не это. Ну, как тянет? Не как у тебя тянет. Все-таки у меня этот уже моторчик заканчивается. Все равно, слышишь, гул какой-то стоит? Да, Лех, я его в руках вытаскивал, я пытался новый мотор спрячь. А этот уже крутится с каким-то хрустом там внутри. Лех, я не пойму, он не такой неразборный. А, у него там фар... Если мы горячие, наверное, то у него это не нравится вообще мотор. Не, у него тоже вот рубашка вспомнил. Ну, просто рубашка и спать не будет. У него там стоит, это... Ты своему инструментальчику дал его, он тебе его разберет. Там что-нибудь нагреть, потеть, они все вот эти вещи всякие... Да нет, я считаю, знаешь, мотор уже, блин, 2 или 3 года. Нет, понимаешь, электрика-то работает, Игорь. Не заканчиваются подшипники. Да, там уже, блин, выработка, да, если магниты живые, то он будет тянуть. Самое главное, что... Вы помните качество обмотки? В свое время, как я забегал на нем. Сейчас нет такого. Вот максимум. Ну да, у тебя у вас это, все, воздуха не хватало. Ну, чтобы... он прям это, вырывал из-под тебя. А сейчас нет такого. Все. Не, у тебя вообще зажигает, блин, вообще. Вот, и не надо там ничего выдумывать. Я уже опробовал, все, посчитал, подобрал. Мне кажется, парень не стоит, а мотор реально в предложении классно. Тем более, 18 баксов, 20%, только там 2 бакса где-то, это 4, 18, ну, где-то 3,6. Ну, 1 доллар. А, 20%? 3,6 доллара. А, ну, когда-то доставка будет бесплатно.
нормально, кстати, и мотор там есть на 30 человек, он почему-то стоит 20 человек. А при выпусках стоит 18, там, копейки. И они там сейчас это... Не, ну Леха сегодня победитель. Открыл его последний раз такой видел. Обе улетели. Разлетится что-то на таких перегрузках. Как бы я уже, ну, не боюсь я этого сделать, у нас боюсь за сам вертолет. Один раз сделал, все, не